привез нашего архаровца в поле, чтобы гулял. Немножко подкормим цыплятами, чтобы уж совсем голодным не был. Да? Ну, он сытый. Не хочешь? Ну, одного съел уже хорошо. Это Кашкин оставил. Я его видел сейчас, а по дороге на краю деревни сидит. Конечно же, навозная куча наша любимая. Зеленая травка. Там вдалеке трактора работают. Единственное то, что аистов здесь я не наблюдаю. Но в любом случае, пусть он здесь гуляет. Мы освободим место для Кашкина. Так что я думаю, он только вечером прилетит. Так что пусть гуляет. Пытается кого-то поймать. В общем, привыкает к дикой природе.